Это нам помогли приобрести администрация Ленинского района, наша мэрия, им большую благодарность выражаем. Все команды, которые займут первое, второе и третье место, получат небольшие кубки. В общем зачете, кто будет чемпионом, получит большой кубок вот с пьедесталом, вот с этим, с штангистом, с фигуркой. Также будут вручены и медали. Медали, кто займет первое, второе, третье место, это среди участников. И мало того, еще они получат дополнительно призы, подарки небольшие за первое, второе и третье место также. Также получат еще у нас призы тренера, подготовившие команды, команды, которые стали чемпионами и вошли в тройку призеров. Они получат также медали и ценные подарки. Все участники, кто войдет в тройку призеров в командном зачете или в личном зачете, все получат призы и медали. Также будут награждены и девчонки. Девчонки, занявшие первые, вторые, третьи места, получат также медали и сувениры. В общем, все сделано здесь для того, чтобы был праздник у детей. Также у нас еще здесь учрежден еще один приз. Приз за абсолютного чемпиона данных соревнований. Это фигурка штангиста. Как у девочек, так и у мальчиков. Также будет. И в каждой возрастной группе будет абсолютный чемпион выявлен. И в общем зачете. Ну что ж, пожелаем мы успеха каждой команде, которая будет участвовать на наших данных соревнованиях. Удачи вам, ребята! В подростковом клубе «Богатырь» пройдут соревнования по тяжелой атлетике. Всероссийский турнир памяти Дмитрия Петровича Полякова, заслуженного тренера, заслуженного мастера спорта. Сегодня вступают самые юные атлеты, самые маленькие, категории до 56 килограммов в первый день. Это 38, 42, 46, 50 и 56 килограммов. И девочки. Борьба будет интересной, захватывающей. Очень сильные команды приедут из города Ступино, Куровское, Дубны, Зарайска, Москвы, Ногинска. Ну и, естественно, наша команда также будет представлять наших атлетов на этом помосте. Пожелаем им удачи, всего самого наилучшего. Ну и желательно, чтобы победа досталась нам. Соревнований. Спортсмены, участники турнира в памяти заслуженного тренера Дмитрия Полякова на представление построены. Судья при участниках концов. Больно. Здравствуйте, юные богатыри! Здравствуйте! Разрешите вас поздравить с открытием наших соревнований, пожелать вам крепкого здоровья, успехов на этом помосте и всего-всего самого хорошего. Сейчас несколько слов скажет наш президент федерации и председатель спорткомитета нашего города. Ну, во-первых, хотелось бы поблагодарить город Видное, который принял эти соревнования, очень хорошо их организовал. Ребят приехало очень много, молодцы. Ну, я тоже хочу присоединиться к словам главного судьи соревнований и пожелать вам больших-больших килограммов на этом помосте. Удачи вам в этих соревнованиях. В свою очередь, я как представитель администрации города Видное и этого района хочу поблагодарить федерацию области за оказанную честь провести столь высокие, ведь это, ребята, всероссийские соревнования. И я пожелаю вам в этом турнире начать дать старт вашим представителям, участникам. Представляю участников двух весовых категорий 34 и 38 килограмм. Весовой категории до 34 килограммов собрали участники. Горохов Иван. Владимир Концов.
Сергей Девятов. Алексей Чесноков. Сережа Иванов. Павел Попов. Максим Сергеев. Антон Сергеев. Саша Житовский. Саша Платонов. Валера Фомин. Николай Решетов. И Сергей Решетов. Это участники весовой категории 34 килограмма. В весовой категории 38 килограмма выступают следующие участники. Николай Ковалев. Сергей Филиппов. Артем Фомин. Курников Дмитрий. Курилин Денис. И Иван Крашенинников. Участники всем представлены. Где участник увезет на разминку? Внимание! Направо! На разминку шагов! Марш! Иван Горохов, город Длинный, первый подход. Жидов приготовится. Нет, все. Саша Жидовский, город Горохов. Это кто впереди?
Ноги, пожестче. Оп, держи, держи. Спасибо. Владимир Сергеевич, взвесился? Да. Все, да?